Назову ролик «Все русские — это негры». И у русских негров есть великий это негритянский поэт. Да, 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 я сейчас пройду по ссылочке. Вот, отлично. Ой, красота. Сейчас оно пока обработается, но оно быстро обработается. Так, смотрим чат. Видно, у них уже руки это онемели у этих у ватников, что они уже не могут по клавиатуре быть. От ужаса. Так надо уже теперь не бить, а просто наговаривать. Носиком. Это не просто когнитивный диссонанс, это когнитивный диссонанс в квадрате. У них произошел. Так, Джулиан, ага. Джулия. Я тоже сейчас вспомнил прям эту песню. «Царствие небесное» Батырхана Шукенова. Блин, я его знал. Приезжал с Женей Уваровым. Он, у него украинский гитарист играл, Женя Уваров. Они приезжали как-то вот в Москву. Володя Лебедев, наш музыкант, тоже знал всех. Талантливый был человек, очень невероятно. Умер так рано, вообще 52 года. А в 52, кстати, выглядел так прекрасно вообще. Это было вдвойне удивительным, что умер так рано, потому что потрясающе выглядел. Следил за здоровьем за своим, но вот она, судьба. Так что, ребятки, от сумы, от тюрьмы никуда вы не уйдете. Если вам суждено умереть, то умрете. Да, я огурцы у вас не спасу. Да. Хочется иногда, конечно, распирать какую-нибудь мамку Милф включить вам, но, блин, нельзя. На своем канале тогда буду включать. А ты сам себе включишь. Нормально. Да не, ну вместе, знаешь, как бы вместе интереснее смотреть. О, я знаю, что это... А, ну да, вместе интереснее. Ну и у меня такая мысль шальная получилась. То есть смотри, допустим, ты на своем канале этот Milky Way включаешь, а люди могут слушать радиотрансляцию, а видеотрансляцию смотреть на твоем канале. И будет интересно. Слышь, кто-то под моим ником. Смотри, смотри. Это капец. Ну все, все, начинается у меня. Ой, бля, меня теперь дискредитировать будут. Назвались моим именем и подписались на моб с дядей Пёс. Ну все, хана. Это дожились. Теперь будут это хуйню писать, а будут думать, что это я пишу хуйню. Ну все. Да. Слава, а у тебя есть клоны, нет? Не, пока нету. Ну, раз озвучил, появится. Да. Я даже боюсь озвучивать, не буду озвучивать это... Когда-то канал один завалили, очень мощно это, причем так грамотно. И там, оказывается, такая есть технология, то есть любой блогер, он не защищен его канал вообще. То есть есть очень много инструментов убить практически любой канал. Ну вот, поэтому да я не буду озвучивать. На самом деле, если ты не вылетаешь за правила YouTube, то тебя невозможно убить. Самое главное — не вылетать за правила YouTube. То есть нет, не получилось, вот смотри, не получилось. И был такой канал, он сейчас есть, они наняли адвоката. Он поехал в Америку, короче, на YouTube. Там заплатили адвокату там чуть ли не 100 тысяч долларов. Потому что канал Neuro News — это серьезный путинский проект. Или не путинский, ну что-то в этом духе. И этот канал убили, причем грамотно так убили, что те даже не успели ничего сделать. То есть их не собственные видео им поставили это в... Ну, я механику не буду рассказывать, как убивали, но убили. Вот так вот. Алло, алло, Жень. Да. Ты здесь, да? Да. Я сейчас просто с человеком разговаривал по скайпу параллельному. Вот он хочет как бы в конференцию постучаться, у него тоже как бы есть что сказать. Ну, добавь его, ты же можешь его тоже он это... добавить. Могу добавить? Да, да. Я просто в скайпе как бы не силен. В скайпе нажми на этого человека правой кнопкой, выбери «добавь в конференцию». Понятно, зовут его Хатут. Так, сейчас найду. Тут интересуется народ. Жека, это рептилоид? Да, я ж написал, да.
Показать все. Высшей касты. Главный среди рептилоидов. Я еще жид. А так двое нет, да. Да, еще жид я, пархатый. Так что вы имейте в виду. Ну, это именно надо... жидомасон. Кстати, Паша... А у меня, почему-то нет. Разберешь этимологически? Ну давай, Паш, кинь мне его, ну этот, контакт можешь кинуть? А он сейчас к тебе стучал, по-моему, в скайп. А Хаттаб, да, сейчас я скажу. А я не видел. Хаттаб, как-то его, Ибн Хаттаб, что-то такое. Не-не, ничего такого нету, кинь, я его добавлю. Видишь, ничего нету у меня никаких. Так, сейчас я найду. Блин, я с этим скайпом не могу до сих пор разобраться никак. Ну хоть, блядь, слышно, а то у тебя вообще слышно. О, Хаттаб Азьесим звонит. Вот, я сейчас... Жид, жизнь дающий. В других языках жива. То есть, посмотрите, как в английском языке пишется жид. Джи... И вы живо. Ну, живо. Да. Живо это, кстати, одна из названий вот этих серебряных нитей, которые связывают любого человека это, с высшим иерархом. Живо находится в пупке. Да. Идет от пупка жизнь. Поэтому жиды это жизнь дающие. Мы вас эти древние укры, это арии, создали всех тут. И негров, и русских негров, и китайских, и китайцев, и китайских русских. Есть же ж китайцы, а есть русские китайцы. Ну, а нету же это русича русского. Это ж тавтология, водянистая вода, масляное масло. Это ж абсурд. Ну да. Так, звоним Хаттаб ин Азм есть Аз. Может это Путин лайф? Да нех, пусть сейчас расскажет, да, что-то. Да, мы послушаем. Как раз новый эфир, мало ли, вдруг тут будет сейчас за хера. Да, если Путин, он классный парень, кстати, он Путин. Он, кстати, не за Путин, он просто троллит меня так решил, и все. Ага, минута славы. Просто ему нравится, типа, ну, так вот, чтобы это, мозг... Не, ну что, юморист, а что, нормально. Нормально. Не хочет. Он в амфор опять залез, Хаттабыч, в бутылку. Я, конечно, как там этот пел? Оттуда вылезло что-то непотребное. А оттуда вылезло что-то непотребное. Что за люди просятся и потом не поднимают? Не, я сейчас это... Повторю, не, но уже... он может залезть. А кто-то еще откинулся, кстати, ушел. А, Леха ушел. Откидывается. Леха начнет жить в нашем скайпе. Он пока это. Да, я вот сейчас зашел. Меня слышно, да? Да. Так, а теперь я, наверное, могу добавить еще контакты. Я смотрю, тут 25 контактов. Блин. Я вам пока песню спою, пока мы его добавим. Так, давайте, ребят, вы пока все висите. Давайте я вас сейчас всех аккуратно скину каждого, но вы все, кто сейчас находитесь, я вас сейчас перезвоню, чтобы на мой скайп перевести, потому что сейчас я не админю и не могу процессом руководить. Так что сейчас мы переподключимся быстро. Так, начнем по порядку. Раз, два, три. О, Хаттаб ибн Азьесим присоединился. Сейчас, Хаттаб, сейчас мы тебя перезвоним. Погодь, 5-7. Так. Так, так, так. Так. Блин, у меня микрофон выключен. Полтора часа сам с собой разговариваю. Пока Зека технические вопросы решает. Да, все уже, все уже. Все подключились, кроме Хаттаба и Паши.
Ну да, я сейчас, да, давайте. Так, алло. А, все, нормально. Так, Паш, все, ты здесь, да, все, остался да. Хаттаб один. Хаттаб ибн Азм. Есть Аз. Ира, Ира, ты здесь, да? Ой, ой. Прием, прием. А сколько народу? Я аж прям вообще пиздец. Меня аж так, так, делаем эфир, стараемся делать пониже, не плюс 21. По возможности, если уже вырвалось, то уже ладно. А бывает это ж... Так, так вот, как звучит древняя украинская песня? Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след, дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Раз прекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всех на страх, вертопрах. Добрый молодец он был, бабку ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря, берегили они моря и царя. Каждый взял себе надел, кур завел и там сидел, охраняя свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька ихний сделал сруб, а с окружающим метуб так и груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. А русалка вот дела честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток бабских струн, мол, русалка, все пойму, и с детем тебя возьму, и пошла она к нему, как в тюрьму. Там и правда ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын, цеп золотую снег торсин, и на выручку один магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар. Гонорар в Лукоморье перегар на гектар. Ух ты, кот получил гонорар. И перегар теперь на гектар. Отхватил его удар, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар мемуар. Дальше продолжу песню, я так понимаю, это подключились. Или еще не подключились, я могу дальше. Подключился новый юзер. Я что-то не вижу, сколько нас вообще тут вообще. Ну, и давайте что-то... тогда я уже последний финальный куплет уже допою, чтобы уже была точка жирная. Давай. Бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер и хитер, ловко пользуется тать, тем умеет что летать, зазеваясь, а он хвать и текать. А коверный самолет сдал в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без опаски старый хрыч, баб ворует хныч и хныч. Он скорее его разбей паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил. Лишичиху свою бил и вопил. Дай рубля прибью, а то я добытчик, а ли кто. А не дашь, тады пропью, да лото. И я ли ягод не носил, снова леший голосил. А кобы, поскольку кип приносил, надрывался издаля, все для твоей забавы, для, а ты жалеешь мне рубля, ах ты тля, и вот финал. И невиденных зверей, дичи всякую нету ей, понаехала ей егерей. Так что, значит, не секрет, лукоморья больше нет, и все, что писал поэт, это бред. Я еще, тоска. Блядь, ни одной песни не ждал. Не ждал так финала, как вы этой, блядь. Да, автор, похоже, какой-нибудь Чуковский со своим чудо-деревом был, да. Нет, это Владимир Семенович Высоцкий. Это что? Ну, значит, тоже было чудо-дерево. Ну да, и финал, раз уж это присказка, значит, дело дрянь. Да. 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 Ухой, кот из института Б. Люди поняли намек.
То есть появился кот, который ходил, сказки рассказывал. Это... А цепь, это, в принципе, это интернет был тогда древний на дубе том. Ой, а кто это нам звонит? Да, какой-то Котлеров звонит. Котлеров. ФМ звонит, да. Так, Котлеров, не мешайте нам, пожалуйста, работать. Если вы нас слышите, мы это тут серьезными делами занимаемся. Надо просто выйти оттуда, нажать лик. Я сейчас... Покинуть. Ливерная колбаса. Думали, древние укры. Мне теперь дозвониться нельзя будет. Покинуть беседу. Этот Котляров. Кошмар. Куда не пойдешь, он везде найдет. В любой соте. Что-то есть у бегемота. Кстати, помните, как это мультик? Там же тоже солнце схавали. Бегемотик бегал, и это солнце пытался это спасти. А солнышко скушали. Жалко, Леха из Германии что-то не может. Надо его попробовать добавить. Он грустный, его надо поддержать. Его в тюрьму хотят посадить за то, что он фрицев обучает древней украинской письменности. Интересно. Да, хороший парень. Он, кстати, такой. Видно, что он, блядь, там мучается в этой ебучей Германии. Так надо текать. Когда Слава так прет, я заряжаюсь, как батарейка. Да... Многотысячная аудитория будет просто положительным. И Галина поддержит. Да, хороший эфир. Если бы не матерились, было бы великолепно. Ну, не материться нельзя. Мы же на украинской мове говорим, Слава. Да, да. Это издержки. На соте, который построил Слава. Ну, это, ребята, вы пока тут это общаетесь, я немножко отойду, я не буду это. Когда Пыч добавился, да? А чё ты это самое уходишь, Паш? Ну я просто это, у меня уже по-русски сказать зад болит от сидения. Походить немножко. Отдохни, чё, да, отдохни. Да. Побудь со мной. Я это буду, а я останусь, просто я микрофон выключу. Ты мой каприз. Не уходи. Что-то рифмуется на стриптиз. Тан-та-да-тан. Да. Ну что, Хаттаб, тогда рассказывай. А что, Хаттаб добавился, да? Да. Ну да. Здравия. Как зовут, как что там? Да, где как родился, дела? Зачем приходился? Приветствую. Да, привет. Я не знаю, где вы его видите, я его вообще в чате не вижу. Не, есть, вижу. Алексей, ваш... вот, собственно, Алексей. Атапа и... Сейчас. Асом есть, сейчас ас, да. Ответить, но подождать, может, он поссать отошел. А, и положил трубку. Ну, я же говорю, он услышал мой голос и... Ну, ладно, я мы слышу... потерялся, да, сразу. Ну, ладно, мы его выкинем просто тогда из эфира, чё. Ну, да. А, ёкарный бабай, где ж текст? Он всем звонил, да? Да Паша его добавил, сказал, добавь его, не знаю, зачем. Он всем звонил, у меня вот только... Нет, меня слышно, да? Да. Он просто мне тут кое-что рассказывал интересное про знания, про это... Это тот, который на институте Б был, Паш? А? Тот, который на институте Б был, такой несвежий товарищ, да? Нет, по-моему, нет. Это он сказал, что он из Челябинска. Это... Он просто говорит о том, что, говорит, у меня, говорит, есть кое-какие знания. Я, говорит, с ребятами, говорит, своим делюсь. А что он ушел тогда сейчас? А я не знаю, может, он сейчас опять подключится. Блять, не успели. А, вон, меня выкинули, пишет. Сейчас мы тебя закинем обратно. Ты ж ничего, тебя, блядь, спрашивают, а ты молчишь, ничего не говоришь. Тебя поэтому и выкинули. Я вообще думал, сейчас он хуями начнет обкладывать всех подряд. Я уже морально... Слав, а ты тоже, да, Слав? Ты тоже был морально готов? Ну да, я настроился, я думал, это будет сейчас. Я уже ждал, сейчас хуи полетят. Я уже ждал, но потом, смотри, вроде ничего, нормально. Вы у него что-нибудь спросите просто, может, он ждет, когда его спросят, потому что он такой же человек, как и я. Меня, если не спрашивают, я молчу. Хорошо, мы спросим, как он относится к тому, что древние укры создали... Земной шар. Но он же, наверное, шаровер, поэтому придется говорить это на его, так сказать... А почему меня Суворин выгнал отсюда, а потом добавил меня? Тю, блин, он же
Уже ж объяснил. Ничего не понял. Я тебе объяснил, мы тебе алло, алло, ты ничего не говоришь. Мы думали, ты ушел. Ты что-то сам трубку положил. Я вижу, он меня удалил. Блять, как я тебя удалил, если ты сейчас со мной говоришь? Я же вижу сообщение в чате. Я тебе еще раз говорю, мы тебе алло, алло, ты взял и трубку положил. И ушел. Потому что... А кстати, как он разговаривает, если он сейчас скайп не добавлен нам? Ну вы вообще там, блядь, разберитесь уже, там, что, блядь, хуели, блядь. То меня, блядь, удаляют, то добавляют, вы что, нахуй? Да я вообще тогда не знаю, а кто это? Да, как тебя зовут? Паш, это вот, Паш, ты тут, это вот этот высокий или интеллектуальный человек, да? Ну да, мы сейчас с ним общались по... Ничего себе, вот это он знает на нас, блядь. Я не знаю. Человек в чате пишет, человек отстает на час. У меня время час ночи, если что. Может, он патрулит? А у меня 12. Хаттаб, а ты кто? Азм есть аз. Азм есть маз. Ясно. Еще вопросы. Я из Челябы. Это в какой соте? А? Все будет хорошо. А ты где живешь? Где ты живешь? Я же сказал, Челяба. Вы что, блядь, глухие нахуй там долбитесь в уши, что ли? Самое интересное, это же запись, Слава, он услышал запись, да? Вот это да! Так что там, по Челябинскому конопляные поля все-таки возделывают. Подожди, подожди, у тебя голос такой странный, как будто ты, блядь, уже десятку отмотал. Ты сидевший, что ли, да? Я могу разговаривать на любом языке. Ну и понятно. Такое ощущение, как будто ты говоришь и напас делаешь. Косяк, как будто у тебя вошло. А это, наверное, Путин лайв, кстати, пришел. А вы меня не видите, что ли? Ебало мое, не видите, что ли? Не, не видно. Нет. Напишите, так. Слышь, парни, напишите, Путин лайв это он, это Путин лайв или это другой какой-то не пассажир. Видно. Напишите там в чате. Как? Ну а сейчас я вот передернул камеру. Ничего не видно вообще. Не, я нажал, не видно, да. А там еще, наверное, кнопочку надо нажать, чтобы камера включилась. Я говорю, я ее передернул, что непонятного. Не, оно крутится и нифига, крутится и нифига. Может быть, сейчас будет, задержка может идет какая-то. Нифига себе, что за бред какой-то, бред пит какой-то вообще. Тут даже, почему-то даже аватарка не показывается, просто показывается как человек. Почему? Может это дрон, ты дрон, нет? Не, это не трудно. На голоса у меня хорошие. Это... Ну да, нет. Тут, нет, тут просто сразу начинает говорить, вы пидоры, Путин хороший, поэтому это, наверное, не дрон. Ну, да, Паш! Знаю, такой... Да, да. Паша, ну-ка, защити меня, а то они заебали уже. Да нет, это я вот с тем человеком, которым я сейчас разговаривал по скайпу. Он хотел рассказать, как бы, в принципе, о том, в принципе, о чем и я говорю. О чем ты говоришь? Ну и о том, что... Паша, может, ты не того добавил? Может, ты с другим человеком разговаривал? О том, что я говорю людям, кое-что объясняю, а они как бы не понимают, о чем, и думают, что я какой-то, блин, ненормальный. Я понял, да. Это по голосу похож на человека, который как Гагарин был. Видеоролик похож очень, да? Как его там звали, я не помню. Так давайте издалека начнем. Сейчас я прыгну на гараж, блядь. Давайте узнаем у нашего собеседника форму нашей планеты. Это наш... Паш, да. Ну, ты вот сейчас мы с тобой общались, ты меня в скайпе видел? Да, видел, кстати, да. Ну а почему тут не работает? Не знаю даже. Я тоже... Я же тебе объяснил тоже, что я в скайпе как бы не... То есть я вообще его не понимаю, что там происходит в этом скайпе. Там постоянно какие-то обновления, постоянно то у меня он вообще тут на другом компьютере вообще. Да. Короче, я же это все предвидел. Пацанам говорю, скайп подохнет, давайте, говорю, переключаться на Аську. Они, блядь, в штыки. Да ты че, да нахуй надо? Аля, там хуйня. Я говорю, какая там хуйня? Я говорю, там также видео есть, там стабильная, красивая картинка, говорю. Вы чё, говорю, вы Асю не видели, блядь, она там вообще вкусняшка, нахуй. И они меня в штыки...
мы предпочитаем американско-эстонскую разработку Skype, нежели еврейскому. То есть? Аська, чисто еврейская тема. Аська? А, вот... Да, Израиль разработал. Ты что, да, не знал? В чате пишут, что камера в Skype не будет включаться, если, да. Если передернуть камеру. Не будет так... работать. А так как я с Эстонии, поэтому мы предпочитаем Skype. Еще, я не знаю, групповые звонки есть в Вибере? Вибер еще есть. Ну, в Вайбере нету групповых звонков. Нету групповых, да? Ну, нет. Ладно. Есть Hangout от Google. Вот, кстати, тоже. Ну, Hangout хуже качеством значительно звука. А, есть еще FaceTime. В общем, конструктивная беседа. Не, ну тогда если ТС-ка есть. Не, Слава, заметь, как профессионально от ответа на вопрос, какая земля. Да. Пацаны, а у вас вебки включены? Нет. У нас вебки закончились, но мы заказали и нам привезут. Я спрашиваю, это я вас не вижу или вас нет? Нас нету. Я ваши аватарки не вижу. Я не вижу вашего изображения. А у нас радио, какая разница? Мы тут общаемся. Давайте тогда. Я сейчас включу, если это да не. Нет, давайте трубочку все положим и еще раз перезвоним. А вот интересно, наш собеседник знает, что его 100 человек слушает. О, есть видео, есть видео. Есть видео, вижу. Ну, нормально. Да, Паша, да, я тебя узнаю. Что у тебя там за оголовничек? Из чего оголовничек? А это я сам уже давным-давно сделал. Это отожженный медь, как бы, так. О, главный моряк нашей соты. Это просто отожженный медь в костре, как бы, она очищена огнем. Ну, в смысле, структура ее разрушена, которую она раньше принимала, и она очищена огнем, и я ее на голову надеваю из-за того, что у меня бывает поднимается как бы это так называемое давление. Ну, я понял, да. Ну, очели это называется. Если а так это что у нас? Кот Ляров. Вот теперь я вижу, товарища, кот Лярова. Ну, ты реальный кот. Да, ты реальный кот. Кот Ляров. И тут у нас еще есть товарищ в наушниках. Это кто? Олсан, а как? Ну, да. Это жители столицы, столица Харьков, нашей планеты Земля, вот, поэтому мы вас как это по-русски? Ну, те, кто на окраинах столицы живут, это, я забыл. Украинцы, украинцы. О, человек знает уже, что Россия — это Украина, вы видите, как быстро слухи распространяются, а я говорил, это будет работать, я сразу сказал, что умный человек поймет, что там у тебя в камере, Олег, выключи. Я на заднем плане там это самое, блин. А, я понял, тогда ладно. Ладно, хоть там. Ну, так, хотя бы мы режим. У нас эфир это. Ну, а почему вы меня не видите-то? Я не знаю. Челябинск не проложили интернет. А ну, вот, сооружается и нет. А сейчас мы общаемся телепатическим способом, да? Не, ну, все равно... Ты попробуй перезапустить это как его, и устройство, и скайп, и все, чтобы. А потом тебе там, допустим, Блин, он бросил трубку, да? Ну. Потому что вообще, бывают такие вещи. Вообще очень интеллектуально развитый человек. Я сразу главное, сразу слышу, лихо. Он человек высокого слога, высокого. А знаете, на что похоже, честно, на Counter-Strike. Да, порвался в беседу, поддержал ну, диалог. Базар такой у него в натуре, там и погнало, да. Нет, он мне просто говорил о тех вещах, о которых, в принципе, я представляю, о чем он говорит. Не, ну все оно там понятное дело. Ну, причем он говорит, что он эти... не видим. Пусть причем он говорит, что вот эти вот как бы вот эти образы, вот это он получил именно оттуда. Не откуда мы это черпаем все. И вот он мне говорит, а можно ли так сделать? А так, пацаны, у меня тут вопрос. У меня появилось две конфигурации котлеров. В той конфигурации меня выгнали... Конференции. Да, я там... О, ничего видно сделать. Теперь видно. Ну, настоящий вот старик видно. Хатапыч. Усы что есть, видно? Борода есть. А почему я себя не вижу? Ну, мы успели, зафиксировали для протокола. О, видно.
так ногтем не проковыряй камеру, ты в нее тычешь, так сейчас пробьешь стекло, ты что? Я хочу подсветку вам включить, подсветку хочу вам включить. Сейчас продырявишь камеру. Да мне похуй. Починю. Я починю. Не, не знаю, может у него живот. Да, кстати, человек занимается ремонтом айфонов там всяких вот этих. Понятно. Ага, это он на подушечке лежит и ушами шевелит. Да, я на кровати лежу, да. Нет. Любимый город может спать спокойно. Может? Думаешь, может? Так, давай, Алексей, вернемся к вопросу. Бытует в интернете мнение, что Земля выглядит не так, как нам на ее нарисовали. Нарисовали? Ну, надо задать вопрос, кто ее нарисовал. Давай ну зададим вопрос. Легендарная группа Нэнси уже про это спела. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Ой, ладно, понятно. Ну, то есть, в Челябинск еще не пришли информация, что Земля... не маленькая, кругленькая, а выглядит по-другому. Ну, если хочешь хороший ответ, задавай хороший вопрос. Правильно. Вот сразу видно, серьезный человек разбирается полностью во всех вопросах и деталях. Значит, дело обстоит приблизительно так. Планета, на которой мы живем, она в миллиарды раз больше. Мы находимся в одной из сот, которые опоясаны антарктическим кругом. Если пересечь антарктический круг, мы будем находиться в новых землях. Абсолютно достоверная информация, истина, так сказать, абсолютная. Ну, вот, поэтому... Полетов в космос не было. Любой человек знает, что в космос никто за последние 200 лет не летал, потому что купол не пропустит. То есть на нашей соте есть купол, вот, налево пойдешь, в купол попадешь, направо пойдешь. Купол иногда пробивали и хлынули воды небесные нам на голову и затопило, скажем так, наши ячейки. Не, а я думаю, это... Я хочу узнать у нашего пациента, а ты случайно соли не жрешь там какие-нибудь спайсы, там соли, вот такой просто вопрос. Чисто так, я интерес такой творческий. Вот тебе мои глазки, смотри, мои честные глазки. Да нет, при чем здесь глазки, ты просто сам скажи. Я... Ну ты... Ел... Ты я соли, ел... соли сто пудов жрал, потому что у тебя... Я... Друг один есть, он соли, солями закидывается, он на тебя похож, у него такой же взгляд, как у тебя вот. Я сам просто хотел попробовать однажды там соли, там спайса накуриться, но вот меня Иисус Иосифович Христос отговорил. И что, тебе насыпать что ли? Я не понял. Тебе насыпать? Так, с формой нашей Земли мы уже разобрались. Уже значительно проще. С полетами космоса тоже. Теперь осталось узнать, какому народу человек принадлежит и где он проживает. Украинец, конечно, сразу видно. Да, акцента нет, значит, это украинец. А проживает где украинец? В Челябе. А где находится Челяба? В Украине. А где находится Украина? А это глобус Соти. Украины. В Соти, да. В своей Соти, да. Живет О. в своей... О, это уже как-то ближе к делу, да. Да. Как-то так. Я, кстати, хотел это сказать, Слав, насчет вот тоже пробития купола. А я, знаешь, что думаю? Там нет никаких пробитий. Там есть просто как бы специальные технологические отверстия. Я как бы окна такие. Правильно. А так и вылетают в Верхний океан. Все правильно, Паш. Вот это же было же, шлифтовая дверь заклинила, и донкосаны с Бролионами и с Путинами как посыпались в нашу ячейку. А мы с Мухобойкой хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Они как тараканы по щелям расползлись. Один даже в Кремль забежал. Говорит, я Путин, вы Путин. Все молитесь на меня. Мавзолей стройте мне новый. Я, правда, говорит, как фараон буду 1000 лет жить. Ну, вот такой этот опасный Путин. Опасный штрих. Про него уже легенды складывают. Слышь, давай человеку-то слово дадим. Он хоть да, пожалуйста. Рассказывать нам что-то хотел. Паш-то он что-то рассказывал, там какие-то телеги. Это он кофе мешает? Да, он просто на солях, видишь,
прет, блядь, соль. Не, просто я думал, знаете, как чукча это сахар положил в рот, ложку знаешь, кофе. Есть, знаешь, солил. Есть такой канал такой есть в интернет, в YouTube интересный, там как-то называется ЕКБ, ту что-то там, ту ЕКБ. Там показывают да. про екатеринбургских нарков, и там каждый раз, что, блядь, не этот, не сюжет, постоянно таких пассажиров показывают. Они то об стену бьются головой, то кидаются, в общем, на людей. Вот, ужас. И поэтому, это, вот кому интересно, можете посмотреть, прям один к одному вообще, вот такой же взгляд обдолбанный. Ты расскажи вообще, сколько ты на солях-то сидишь? Год, два, три, пять? Какой у тебя, сколько тебе лет, расскажи. То есть то, что я говорил, ты не слышал, да? Да, блядь, я отходил просто, извини. О, нифига тут, оказывается, пиздеж идет во всю Ивановскую. Ну, там я по другой чат. А, так а почему Котлеров FM у меня две конфигурации, сука, появилось? Да забей ты, блядь, на эти конфигурации. Мы ж тебя видим, какая разница? Да? Ну, ладно. А чё вообще? Сколько тебе лет? Чем ты, кем ты работаешь? Чем ты занимаешься? 42. 42, да? В действии. Ну вот видите, ровесник Котлярова. Ты ровесник давайте. Котлярова. Слушай, слушай это. А чем ты, кем ты работаешь? У тебя какая профессия? Ты, ну помимо того, что ты солями закидываешься, чем ты работаешь? Чем ты работаешь? Чем ты работаешь, скажи? Я буду... Кто там до этого говорил-то? Блять, не вижу, нахуй. Где тут, сука? Ну, кроме Славы, кто говорил-то еще? Да я говорю. Да я не вижу. Кто да, я? Да я же администратор этого стрима. Ты меня не должен видеть. А, Женька. Женька. Да, да. Жека, Жека. Сува. Сува. Вор. Сува. А, можно я тебя буду... А, Женя? Ну, можно расскажи, я... кем ты работаешь-то по профессии? Музыкант, ты, поэт, писатель. Можно я тебя, Женя, буду игнорировать? Не, меня нельзя, ты что? Я ж тебя могу забанить тогда. Да и мне вообще похуй. Ну, нельзя, нет, нельзя. Я сразу вижу по глазам, человек знает выход в соседние ячейки. Мы должны... выяснить, потому что есть люди, собираются экспедицию. Надо очень деликатно и тактично выяснить. У него есть карта где-то в подушке зашита. Надо ее выманить, эту карту, чтобы он нам ее на экране показал, и мы маршруты все это проложим, соседние ячейки. Это очень ценный человек, не надо его это банить. Надо так вкратчиво, чтобы он не догадался, что мы у него на самом деле карту хотим выпытать. А, как... смотрите, смотрите, что у меня на подушке. О, видите, рептилоид. Сразу видно. Анунак. На подушке тут всякие рыбки, листики и рептилоид. Заебись. Вон, видишь, всякая хуйня там. Водная, водная хуйня. Вон рыбки там. И рептилоид, главное. Вообще пиздец. Это характерный орнамент из других ячеек. То есть, скорее всего, они между собой спилкуются, и к нему в гости это из других сот прилетают граждане и рисуют на подушке вот эти вигвамы. По-другому объяснить нельзя появление вот таких чудесных иероглифов. Блять, я только из другой конфигурации ушел. Думал, там придурки, а оказывается, блять... Ну, лучше ж тебя 124. Ты когда пришел, люди подтянулись. Если есть возможность, можешь на чат посмотреть. Тут люди кричат, что да, все хорошо. Тебя 124 человека. Ты понял, тут стрим идет в онлайн. О, я подойду к вопросу с другой стороны. Вот, Алексей, скажи, пожалуйста, смысл твоей жизни в чем заключается? Получение удовольствия. В чем они выражаются? Радости, там. Что доставляет тебе радость? Где ты ее берешь, почем? На огороде выращиваешь, признавайся. У меня чудо-дерево есть. Вот, видите, я же говорил, это ценный человек, ценнейший. Давайте его выслушаем. У меня до этого, короче, товарищи менты как взяли, как забрали два моих чудо-дерева, суки. И мне за это ничего не было. Правильно, у тебя шмаза из соседних ячеек. Что менты могут сделать против рептилоидов? Честь отдать
и в прямом и переносном смысле, и все, пойти такие обиженные и заплакать. Вот, поэтому... Поэтому мы уже знаем карту настоящую, как выглядит наша планета. Древний глобус Украины был спрятан в пирамиде Хеопса. На пирамиде Хеопса было написано «Хатаб-таха», что в переводе на современный язык означает «хата» — это дом, «птаха» — это птицы. То есть древний украинский язык, он везде, и на пирамидах Хеопса, и даже... Это... А что тогда значит «хатаб»? Ну, так с кондачка этот вопрос и не решить. Надо этимологически... Не, ну ты говоришь хата. Да, таб. Что такое таб? Таб. Табу? Табу? Нет, это табуляция. Нет, вот само слово, если так взять, то именно слово хатаб и обозначает человека, который получает удовольствие. Ха, это внутрь. Как ты к этому пришел, я что-то не пойму. А я просто прочитал. Прочитал? Да. Что ты прочитал? Ха-та-таб. Ха – это внутрь или внутрь поглощать. Т – это твердь или твердое, утвержденное свыше. Та – это, опять же, дальше идем, передача чего-либо. И Б – это либо боги, либо большой. Я комментарий неправильно прочитал. Я, там человек пишет, ля, у него глаз осветило. Я прочитал, ля, у него глаз укатился. Ты глаз свой это, подбери с пола, вставь. Че ты глазья свои разбрасываешь? Вот люди переживают. Нет, Саша Петров, я с человеком наоборот на конструктив, так сказать, это пытаюсь это наладить. Вот, поэтому... Так, я так понимаю... Так, кто у нас тут? Слава и Женя тут типа завсегдатые, да? Ну и Паша, наверное, да? В нашем домике одни комики. Я про это и спрашиваю. Ну как завсегдатые? Я вот буквально, может, дня 4 здесь. Или сколько я тут? Да? Да. А остальные... Дело в том, что с 28 числа прошлого года запущен этот эфир. Он не будет прекращаться никогда, он будет идти в вечность. Он не останавливается. Смотрят тебя сейчас, Алексей. Да, смотрят на Ютубе. В прямом трансляции. Могут задать тебе любой вопрос. Ну это как? Задайте, пожалуйста, вопрос. Это потому что старик Хатабыч, это очень интересно. Он может желание даже исполнять. Да не старик я. Короче, вот эта конференция идет в прямом эфире на Ютубе. На Ютубе также существует чат, где могут задать вопросы. Внимание всем на экран. Почему я хатаб? Вот. Видите? Что и требовалось доказать. А мэрс у меня под окном можешь? Только два. Видишь, мэрс? Понятно. В чате на YouTube пишут, покурим, Хатабыч. Вопрос задает. Стал покурить. А чем ты занимаешься, Хатаб, по жизни? Ибн. Клифов разводит. И у него два волшебных дерева было. Менты приехали, срубили. И у себя пересадили. Теперь веселые менты ходят в его городе. Хихикают, весело улыбаются. Походу, метеорит там упал веселый. Да, последствия метеорита, оно очень... Явно на глаза выглядит, да? Когда он бахнул, я спал. Там же 10 часов было. Я спал, нахуй, как убитый, нахуй. Я потом услышал, что машины орут там, сигнализации все. Такой высоскакиваю в окошко, я смотрю, все машины. Бля. Думаю, что за хуйня? Полез в инет, давай смотреть всю информацию. И потихонечку информация такая, кап. Типа метеорит, типа там ракета, там что-то еще нахуй. У меня есть информация, мне один человек ее рассказал, что это было, так сказать, ну вот планету, да, нашу, защищают так называемые орбитальные мины. И одна из мин сломалась, сошла с орбиты.
Вот. Но опять же, кто ее сломал? Понимаете, да? Потому что товарищ Чудинов там прочитал «Сова оф». На ней, на этом хвосте. «Сова оф», говорит, прочитал. Блин, я тоже так хочу. И в курсе, куда она летела, эта хуйня? Ну как, в курсе, на, конечно. На маяк летела, на склад оружейного, там чего, урана, плутония, хуй знает. То есть, если бы эта хуйня ебанула, вот, сейчас бы мы тут не разговаривали. Что помешало? В смысле, ты видео не видел? Вот там летающие объекты. Так. Извините, я вопрос такой, что помешало? Я вот для всех расскажу, что на Земле существует как бы защита, да, противовоздушной обороны, которая была заложена. Нет, в данном случае летающие объекты, грубо говоря, повлияли на. Ну, во-первых, ее взорвали, то есть, помните, да, летит, потом вспышка, бдж, да, а потом дальше летит. Вот. И вот этот они ее взорвали, деактивировали, так скажем, в полете. А потом изменили траекторию. Куда упал потом этот Кусман, типа Кусман? Куда-то в озеро. Нихуя себе! Какая-то хуйня летит. И так аккуратненько куда-то в озеро упало. Аккуратненько, мягенько, так мягенько в озеро. Нык. Нормально, да? Да, хорошие нормально, деревья, да? Были. Хорошие деревья, да. Какие деревья? Ну, которые менты изъяли. Какие деревья? Ну, у тебя менты изъяли деревья? Это не деревья, это цветок. Нет, ну цветок. Но это они куст, такие, это куст. Они, во-первых. Если бы этот куст не рубили, он бы стал деревом. Все правильно он говорит, деревья. Так. Ребят, я сразу могу сказать насчет деревьев всех, вот этих всех. Не нужно приплетать к деревьям то, чего они не делают. Я имею именно про те деревья, которые имеются в виду. Вот. Да, никаких глюков, никаких этих под этими деревьями никогда не бывает. Эти деревья делают один единственную функцию, выполняют. Всего лишь навсего повышают частоту ваших вибраций, и все. Поэтому оно так запрещено везде, это дерево. Не, деревья рулят. Я тут вот как-то был. Я имею в виду те деревья, о которых мы сейчас. Ну, все понятно, все вот, тоже все. Жека, а у тебя что, один браузер стоит? Ты можешь другого браузера писать в чате. У меня 5 браузеров стоит. Алкоголь, он понижает вибрации. Поэтому он так распространен. Нам не нужны высокочастотные сущности. Вот. Высокооктановые, да? Да. Но вот те деревья, которые изъяли, они именно повышают частоту вибраций нашей вообще человеческие. Паш, поэтому ты на канале пропагандируешь не совсем законные, не совсем здоровые образы и вещи. Да, я тебе хочу сказать, не пропагандирую, Серега. Я назвал какие-то имена, какие-то названия. Я тебе могу... О деревьях, хорошо. Потому что деревья могут быть разные. Могут быть елка, может быть осина, может быть, допустим, липа. Я же даже не уточнил, что это за дерево. Имею в виду про то дерево, хорошо. Про которое вы имеете в виду. Это я просто так как бы... Хорошо. По поводу алкоголя. Алкоголь тоже бывает двух типов. Первое – это ратификация. Это водка в основном. И дистилляция. То, что было перегонкой сделано. И в организме человека, когда он покушает, всегда вырабатывается алкоголь. Вырабатывается алкоголь на каждый килограмм веса миллиграмм делить на 2. То есть, если ты весишь 70 килограмм и плотно покушал, у тебя в организм, сам организм вырабатывает 70 грамм водки, грубо говоря. Да. А еще есть настойки, абсолютно. А если еще кефиром удобрить, то будет все нормально. Кстати, алкоголь в организме совсем другой, не тот, который мы в бутылках покупаем. Он ближе подходит, это алкоголь. Нет, это речь идет, Слав, об алкоголе. Не о спирте, а именно алкоголь. Алкалоиды эти. Так, ну давайте вернемся в русло про метеорит. Сейчас, так называемый метеорит. Мне тоже интересно дальше. Хотя, а тебя Алексей зовут, да? Я правильно понял?
Скажи, пожалуйста, вот ты назвал это мина, да? А это что за мина? Она где там находилась? На орбите. От кого? От пришельцев она или как? А чья она тогда? Наша или америкосовская? Место, так сказать, да? Ихняя. Вспомните кино. Люди в черном, вторая часть. Там была такая хуйня у инопланетянина, он отдал нашему человеку в черном, и он ее установил на ракете, он вылетел на орбиту, она там, короче, за пределами там ля-ля-ля на какой-то там высоте, вот эта хуйня активировалась, она называлась Аркнет, для защиты от багладитов. Вот типа этого тоже. Вот и все. Все очень просто. Кстати, хочу добавить, что слово орбита означает не то, что вы сейчас думаете. А что мы думаем? Ну, я не знаю, что вы думаете. А вообще слово орбита что обозначает? Ну. Оно обозначает как общее ра. Большое, да? В соединении с твердым. Вот что значит орбита. Это купол. Тот самый же. Вот это и есть орбита. 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 Вы что, люди? Не они те, те плохие. О, пришли новые боты. ESC-8 какой-то. Или все, выключай микрофон. И вот тут есть два товарища, которым хочется вместе пообщаться. Да, welcome. Не получилось. Я тут как-то регресснул, короче, мы тут с командой полетели на другую планету с туристическим визитом. Там планета была, там за место деревьев растут такая трава. Такая красно-бордового цвета. Ну, там цветочки растут тоже, но вот деревья как трава такая. Босая. Там деревья растут, потом трава шалфея. А вопрос, Сатап, а там поверхность самой Земли не была ли покрыта тонким слоем воды? Нет, там травка была, все нормально. То есть, ну, где-то озера там, да, были, да. То есть, надо же хранилище воды как-то устраивать. Хранилище воды были, да. Просто это я к тому, что мне однажды тоже кое-что показали, и там такие были... Деревья, как бы, но я бы не сказал, что это деревья, это были именно стебли травы. И вся поверхность была покрыта тонким слоем воды, вот буквально по щиколотку. Паш. Да. Но тут, блядь, не деревья, тут солевые ванны, это же очевидно. Нет, подождите, ребят, смысл-то в том... Подождите, китайская плантация какая-то. Как говорится, есть такая поговорка, смех смехом, а пиздата кверху мехом. Вот. Ну, смысл в том, что вот вещества, да, любые вещества, они открывают определенные, как бы, каналы вибраций нашего мозга, то есть они раскрывают мозг. Поэтому есть в индийской, если вы возьмете, допустим, те же деревья, о которых я имел в виду, и вы имели в виду, они там называются как ситха. Ситха – это значит сила. То есть кто-то, употребляя определенные вещества, получает... Ну, определенную силу. Поэтому и называется ситха. Понятно? Что такое сит? Хочешь сказать, что любой искусственный психотроп, он не разрушает мозг, Я другими словами скажу, пища, которую мы употребляем, она тоже наркотик. То есть, я веду к тому, что... Те вещества, которые как бы предназначены для тех вещей, чтобы что-то показать, они их показывают. Поэтому мы знаем, что все, допустим, алкоголики, которые поймали белочку, да, видят одно и то же. Это черти, вот эти так называемые рогатые. Они видят, так как у них вибрации понижаются очень низко, они видят сущности низких миров, низших. Поэтому те люди, которые повышают вибрации, они видят существ высоких миров. Вот и все. Вот и все очень просто оказывается. Или те галюны, которые вырабатывает мозг. Мозг у нас ничего не вырабатывает. Наш мозг — это всего лишь навсего антенна.
Причем мозг, там, само слово мозг, вот это не значит, что мозг именно в голове. Мозг имеется в виду, что общий, ну, как бы общее название трех органов. Это голова, да, антенна сама, жесткий диск, позвоночный столб и сердечный этот, генератор, да, как бы сердечный мозг, он так называемый, который регулирует наши внутренние органы. Который регулирует биение сердца, биение сосудов, почек там, все остальное. А я думал, третий мозг – это кишечник. Ну, там же все, как говорится, это если мы так на самом деле будем еще глубже, как говорится, проникать, то мы, у нас получится, что и мозг имеет продолжение, это глаза, уши, нет, язык. Нет, это датчики, это просто датчики. А почему кишечник? Потому что если ты проголодался, то у тебя пиздец неудержимое желание пожрать. Если тебя тошнит, сука, тебя по-любому вырвет нахуй. Понимаешь? Если понятно, ты пожрал, да, то по-любому пойдешь и посрешь. И неважно, хочешь ты или не хочешь, кишечник, блядь, хочет посрать, он пойдет и посрет нахуй. И без твоего разрешения. Понял? Ну, как бы, да, я понял, но я уже давно этим всем как бы обладел, и кишечниками, и всеми остальными вещами, так что я... Да, ты чё? Да. Паш, анекдот вспомнил, стоит ёжик перед зеркалом и занимается аутотренингом. Стоит ёжик, говорит, я не хочу пить. Уже анекдот, да. Я не хочу пить. Я не хочу пить. Ой, это не я. Нет, но если мы на самом деле так вот посмотрим, как говорится, абстрагируемся от всех вот этих основных, так называемых, нам вбитым в голову определений и понятий, то мы начнем... О, бро, легион, придурок! Нахуй, Жека, ты его сюда позвал, это пиздец, это... А где бро, легион? Это такое создание... Ну, не взял трубку. Это такое создание хаотического такого порядка, который... Сам не знает, что он знает, так скажем. Кстати, случайно попала фотография, Жек, может, выведешь на несколько секунд. Вот наш Алексей, это с Меркель, это, по-моему, встречается. Хотя, может, это не он, но очень похоже. У меня вот эта фотография. Какой Алексей? Я что? А это секрет. Ну, скажу вам, это не я. Не было меня там. А как мы определим? Уши? Скажи нам. Не надо. А я, кстати, хотел пошутить, что... Кстати, есть? Когда это прошлым летом, меня, правда, на даче не было, но к нам с этими... Вертолет, короче, с миссией ОБСЕ высаживался на деревне, там пятачок такой есть. И там, кстати, Меркель была. Во, ну что? А я думал, сейчас Алишка скажет, меня на даче не было, но соседи все сказали, что ты все время по огороду бегал. Алишка такой в шоке, как это так? А, говорит, а мы тебя на камеру засняли. Вот, смотри, Олежка в шоке. Ладно, не хотите, как хотите. Вот такая забавная фотография, как на мой взгляд. О, Хрустик, это прекрасно. Нет, я его сделаю на весь экран. Он мне нравится. Только в полетах. Извини, Слава. Запишите потом, пожалуйста, это видео. Так оно пишется, главное его вовремя потом тормознуть, чтобы он не погиб. Ребят, приятного аппетита, как бы. Смысл-то, я опять потеряли ниточку разговора о метеорите. Да-да-да, там, нет, разговор был уже про путешествия на другие планеты. Согласно древним славянским учениям, мы знаем, что других планет в нашем понимании не существует. Максимум соседние ячейки можно попасть. Поэтому иногда... А ну нах, пишет, походу... Гнет свою линию. Походу зомби-апокалипсис с Челябы начнется. Да, сейчас я... Не, я, ребят, тоже, кстати, считаю, что вот этот метеорит не был никаким не метеоритом, а это именно было что-то такое, направленное именно на склады вот этого вооружения. Это раз. Во-вторых, сработала система как бы воздушного, ну,
у нас уже заложенное, да, мы знаем, где эти, примерно, я потом объясню, где они находятся. Но они, в принципе, везде находятся. Но сейчас их очень мало осталось. Так называемые ПВО, да, уже противовоздушная оборона. И к чему я это говорю? То, что, может быть, слышали, что на Чукотке там на этом есть такие так называемые котлы. Кто слышал об этом? Я изучал этот вопрос. Это котлы своего рода, скажем так, даже они сейчас в рабочем состоянии, по-моему. Ну, лучше ты расскажи подробнее. Это в тундре находится, да? Да, да. И там, кстати, были несколько экспедиций, но туда люди не могут проникнуть, там как, так как там стоит защита определенная для людей. Вот, даже из-за границы приезжали, короче, экспедиции. Ага, но поляки приехали, потом им плохо стало, вертолетом бедных поляков. Да, это, да, 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 главного там вертолетом увезли оттуда. Но смысл-то в том, что они на самом деле существуют, все вот эти вот вещи. Я еще раз говорю, у меня на моем канале есть много видео, где я снимал летающие вот эти шары. Что это такое, я до сих пор как бы не могу вот прям точно вам сказать, но я думаю, что это какие-то именно разумные плазменные образования, которые... как бы не то, что просто так бороздят небо, а именно проводят как бы, ну, как это, патрулирование ведут постоянно. Вот. Белый шар, летит белый шар по небу, без звука, без всего. Вот. Они всегда летают почти по одним и тем же траекториям. Они летают круглыми сутками, и днем, и ночью. Вот. Я заснимал на фоне Луны, прям именно видео в Full HD разрешении у меня на канале лежит. Он плывет мимо Луны, мимо звезд. Я прям специальный общий план взял, то, что это над крышами он плывет, этот шар. Ну, не сказал бы, что он огромный, ну, где-нибудь там, допустим, размер где-то с газель вот так вот размером, я так думаю. То есть с небольшой грузовик вот такого размера. И он пролетает по своей траектории и улетает, куда ему надо. Вот, причем... Один раз получилась такая штука, короче, у меня в огороде стояла кушеточка такая, я на нее лег, взял бинокль в руки и приложил так и смотрю. Но знаете, вот в чем прикол-то, когда вы смотрите стоя в бинокль, да, у вас постоянно идет вот эта вот вибрация от тела, от рук, как бы, да, и вы не можете как бы вот это вот свои щупальца, которые у вас из глаз выходят, не можете сконцентрировать на какой-то точке. Так вот я что сделал? Я взял, лег лежа на эту кушетку, взял бинокль, приложил его прям к глазам, прям плотно. И стал держать, и стал всматриваться, короче, вот туда, в небо. Смотрю, иду, и в какой-то момент я увидел, что вот эти шары, их там настолько много там в небе, они там прям как реально, как пчелы. То есть они как будто там, вот если опять же вот этот пресловутый наш купол, да, подумать, что они как будто обслуживают купол. Что-то там делают, что-то там, не знаю, там варят, что-то там делают, короче. Такое просто как бы наблюдение было. Вот. Это было летом, короче, года два назад, где-то в районе августа, где-то вот так вот. То есть ночи теплые были, я просто вышел как бы и вот так вот. Ну, да. Прочитай пару комментариев сейчас, да. Тут можно умереть от смеха. Паша, ты, блядь, эфир тянешь. Я тут просто под столом, блядь. Я уже плачу, блядь. Че тоже? Вот, кстати, пишет в чате, они и солнце обслуживают. Возможно. Может быть, они вообще все обслуживают. Все выспался. И все остальное. Слава, дед. Ага, вот что интересно. Я тоже, кстати, хотел заметить. Беспилотники, так называемые гуси-лебеди, система защиты Земли. Вот я тоже хотел об этом. Ну, знаете, вот тот, кто говорит гуси-лебеди, я на них когда смотрел, может, у них только, конечно, интеллект, может, какой-то там типа искусственного интеллекта, но они себя ведут не так, как будто это беспилотники какие-то. Они именно как бы вроде как разумные. Вот так вот. Он сейчас проснется. Он сейчас проснется, походу. Вы там... Кто здесь? Нет, вы там бухтите, да? Как космические корабли бороздят простор, а я пока посплю. Не, ну, на самом деле, там в Челябинске сейчас 2 часа ночи, да, примерно? Нет, Паш, ты молодец, вообще классно. Да, 1:43. А вот, а у нас 0:43. Вот вам тема.
Вот вам тема. Чати. Вот вам тема. Или не тема. Кто знает. Расскажи нам что-то, Хаттабыч. Я чё, блядь, сука, блядь? Нет, не сука, блядь, Хаттабыч. Я уже занимался такой хуйней, я от этого устал. Я тебе говорю, он был на другой конференции. Давай, блядь, вещать, как радио, нахуй. А они такие, о, да ты сумасшедший. Да ты фантазер. То есть там регрессивал прямо при них. Путешествовал там в свои прошлые жизни. Все подробно описывал, где я, что я, как я, что делаю. То есть описывал ситуацию, где я был. И он говорит, о, да ты фантазер. Один такой, ну давай ты. Он такой, ну давай. И у него вообще ничего не получилось. То есть он говорит, что я фантазер. И он такой говорит, о, я сейчас вам что-нибудь нафантазирую. И опа, и у него не получилось. Потому что идет такая своего рода, как бы, ну, защита от лжи. То есть он не может лгать. И... А позывы-то у него солгать, и поэтому у него ничего не получилось. Да, вот это правильно, на самом деле так. Так и есть. И у него ничего не получилось, он остался в жопе. Ну, врать — это искусство. Надо... Не каждый может красиво пиздеть. Согласись. Нет, да когда ты что-то нормальное употребляешь, как бы тебе такое правду покажется, что ты не отличишь уже. И врать все зависит, все зависит от твоего эволюционного развития. Если он низок, то, соответственно, да. А если... уровень развития твой высокий, то никакие, грубо говоря, галлюцинации тебя не собьют с дороги, так скажем. Так а все-таки на планете Земля была эволюция? Да, я регрессировал и видел все 4 цивилизации. Мы сейчас 5-я цивилизация. Я все 4 цивилизации был, немножко задержался в 3-й, там было прикольно. А я там участвовал как бы при создании такого прибора. В основном цель была такая. Прибор для ландшафтного дизайна. То есть прибор увеличивал рост растений. И он вот был предназначен для ландшафтного дизайна. То есть не для чего-то там, не без всяких там злых умыслов и так далее. А для того, чтобы садовники, грубо говоря, выращивали растения в каком-нибудь умопомрачительном виде. Вот представь. Сейчас покажу. Представь. Ёлка, да, у нас вот так, да? Ёлка у нас такая. Да? Да. А прикиньте, ёлка у нас вот так. Так она так не может расти, она упадет. Мы увеличили рост растений в верхней части. Или елка там, вот такая елка. Ну и так далее. Как хочешь, какой хочешь, такой вид и придал ей. Понял? Круто. То есть, этот прибор, да, создавался для целей ландшафтного дизайна. Хотя эту технологию можно использовать хоть как, в том числе, понятно, и для злых умыслов, так скажем. Вот. Ну и другие там технологии были, всякие там летающие тарелки типа а-ля такси. Вот. Они такие в виде. Я вот что-то уже начал сомневаться, то ли они такие были, потом другие, то ли они были такие, как тарелочка, то ли они в виде таких песочных часов. Что-то были, по-моему, там технология такая там с магнитами. Хуй знает. А может и такие были. Вот. И у обычного населения не было летающих тарелок. Ну, в смысле, вот таких вот машин, так скажем, летающих. То есть, летающие машины имели, ну, вот, типа, служба 911. То есть, она называлась служба помощи. То есть, по любому случаю, тебе прилетают, помогают. Вот. Ну, то есть, это наземный транспорт такой был.
То есть заходишь голосом, говоришь, мне туда-то, туда-то. Другой заходит, мне туда-то, туда-то. Искусственный интеллект такой, оп-оп, покумелкал, чик, летит на первую точку, потом на вторую точку. Вот. Вот. То есть не компьютер, а искусственный интеллект. Ребят, а вот я хотел такой вот вопрос. Вы никогда не задумывались, почему служба такси в той же, допустим, США, да, имеет именно цифру 911? Ой, что-то я, да, что-то была тема, я забыл ее. Не помню. Если такси, а, это цифры, подожди, вроде что-то как-то удобно набрать. Но нет, это, ребят, это частота вибрации свиста. Вот когда, вот посмотрите, все фильмы американские, они там свистят. Такси. Это свист. Проверьте, включите осциллограф, подключите микрофон и посвистите. И увидите, что частота именно 911. Непонятно. Так служба спасения же тоже 911. Да, 911. Да? А служба спасения 911, а что у каждого полицейского на шее висит? Свисток. Вон кто-то пишет, не ври, Паша, нахуй. Это вы и не врите там. Все правильно, все выходит правильно. Все врете. Да-да-да. Ну а вы где читаете? А, вы это, в Ютубе читаете, да? Алексей, вот ты сказал, что третья цивилизация, это не я говорил. Это не я говорил. А кто говорил? Не знаю. Да шучу я, шучу. Хорошо. Ну, когда она была, то есть... Кто была? Ну, третья цивилизация, которую ты там задержался. Я не знаю. Я не знаю. Мне это не интересно было. Это была не сама цель. Это была не сама цель. Я занимался туризмом. Ну, а ты долго там находился? Нет, недолго. По-бырому. Туда-сюда посмотрел, как ходят, где живут, как живут, какая одежда. Я это все запомнил, да. Сколько вот. По нашему времени? Я сильно не интересовался, что и как, да мне неинтересно было. Я просто, вот, как сказать, грубо говоря, вот смотри, полетел ты в другой город, посмотрел, а, что у вас тут? А, прикольно, ага, а, тоже прикольно, ага, и съебался оттуда, все. Понял? Я тебе говорю, немножко задержался вот в третьей цивилизации, там, да, прикольно было. То есть я в третьей цивилизации был, как технический биолог я был там. Технический биолог. А разговаривал ты там, как бы, ну, нет. Общался? Или нет, нет. Я воплощался, грубо говоря, в свои прошлые жизни. А поскольку тут один человек говорит, что у меня душа старая, я легко начал гонять все глубже и глубже. Может быть, если озадачиться какой-то конкретной целью, то, может быть, я и получу какие-то результаты. Давайте придумывайте, давайте устроим аукцион. Кто придумает самую заебательскую идею, я попробую ее воплотить, потом рассказать. Насколько это... Ну, давай начнем с того, есть ли за антарктическим кругом новые земли. Не знаю. Мне это не интересно. А земля плоская или круглая? Мне это не интересно. Ну вот тебе уже вопросов нормально. Для аукциона. Думаешь? Ну и что, как может повлиять эта информация на мою дальнейшую жизнь? Как минимум правильное мировоззрение. Как может повлиять эта информация на мою дальнейшую жизнь? Я это конкретный вопрос задал. А как, смотри, влияет ложная информация? Вот ты же будешь жить во лжи, допустим, ты будешь смотреть на белое, думать, что это черное. Я помогу. Дело в том, что очень просто повлиять. Вот смотри, сейчас у тебя менты запросто волшебные деревья воруют. А если ты информацией проникнешься истинными знаниями, то менты уже не смогут у тебя волшебные деревья воровать. У них просто нет, не будет такой возможности. Вот и там все. Там меня сдали. У меня там было все пиздец, нахуй. Потап. Грубо говоря, моя оранжерея находилась в подвале дома.
подвале, я жил на первом этаже, было в подвал. То есть до нас старые хозяева вырыли подвал. Ну, сделали подвал. Я его оборудовал, все такое, лампочку там воткнул, таймер, все дела. Вот. И, грубо говоря, снаружи не было видно этого входа, понимаешь? Никто не знал, что у меня есть подвал. И мои же, грубо говоря, ну, так скажем, не совсем хорошие, так скажем, знакомые, меня сдали. Потап, вопрос такой. Это не ты случайно постил на форуме? Нет. Нет. А то был один такой человек, сейчас, правда, этот форум закрыли. Ну, не закрыли, а прикрыли у нас в России. Один человек в квартире выращивал тоже под донатами чудо-деревья. И он такие колы, прям фотографии показывал, вообще шикарные просто. Да, да, они вообще такие, вообще красавые такие. Вообще инопланетные растения. Растения вообще не местные. Да-да-да. Я сейчас хотел вернуться к тому, что именно вот насчет частоты 911. Я вот сейчас включу камеру. Вам покажу на спектроанализаторе, что именно доминирует частота 911 в одном треке. Я надеюсь, за этот трек не забанят, так как этот трек давнишний уже. И этот трек Джеймса Ласта называется «Одинокий пастух», или как он там называется. Сейчас видно будет, да? Вот, видите, да, включен... Блин, сейчас я сфокусирую этот... Песенка, что ли, или что это? Я не понял. Да, вот смотрите, у меня запущен, блин, почему-то в зеркальном, запущен AIMP, запущен спектроанализатор, это плагин Изотоп Озон. Мы на нем можем увидеть, то есть, спектр звука. Вообще нормально, вообще нормально. Вот видите, вот если мы, допустим, сюда подведем курсор на спектроанализатор. Авторские права, да? Авторские права, такой ролик погибнет, авторские права. Ну вот я сейчас на паузу нажму. Если мы сюда вот пододвинем, где пик у нас, да, где вот это именно видится пик, вот, да, видите пик, то мы увидим, что эта частота соответствует, ну, тут я неправильно немножко поймал, а вот частоту посмотрите, видите, 833, но, блин, как бы сделать так, чтобы поймать именно 911? Да, подогнать надо. Нет. То, что это частота именно 911, да. Да, ты что? Паша, ну что ты делаешь? Нет, я к тому, что именно вот твист, это он соответствует частоте 911. Я говорю, вы запустите свой спектроанализатор, посмотрите, посвистите в микрофон, посмотрите на том же изотопе, в спектроанализаторе, где эта частота находится. Ну, и можно же свистнуть по-разному. Нет, я имею в виду вот этот свист, вот этот. И почему еще такой есть поговорка, не свисти денег не будет? Это ты так думаешь, что там по-другому свистит? Частота-то одна, вибрация одна. Не знаю, у меня дружбан Леха так свистит, что аж уши закладывает, аж ультразвуком. Так свистит, что просто людь. Я думаю, что там больше, чем 911, честно, да. Паш, я тебя уверяю, 911 это слишком низко. Не слишком, это нижняя середина, нижний серединный спектр. Это, блядь, до 1 кГц это считается нижняя середина. Свист находится где-то примерно 3, 4, 5, 6 и выше. То есть там обертона уже цепляют и 12,5, блядь, и 16. Здесь нельзя так разделять, сейчас, ты понимаешь? Я могу сейчас специально программу запустить. Да нахуя мне программа твоя? Давай запиши свой свист и пришли мне этот WAV-файл. Я тебе покажу, где он звучит, твой свист. Запиши мне этот. У тебя же есть микрофон, свистни в микрофон и пришли, я тебе покажу прям онлайн, в реальном времени, где свистит твой, где свист твой находится в таких частотах. Я специально сделан, сейчас. Я запущу. Ну, Хаттабыч заснул, блин, уже под наши свисты. Если запишется, конечно, тут... Я не знаю, там настроен или настроен. Так, Паш, в эфире не свисти. Так. Ой, так...
Блин, пишет, динамики не обнаружено. Что-то скайп. Ну, не обнаружено. Тебе сказали, свистни в хуй хата. Так. Запись же есть. Блин, нету. Слышал, надо Паш, тебе тролли уже. Не помню, где тут. Тролли пишут, слышишь? Здесь. Блин. А, он, блин, записывает с этого. А, вот запись нашла. Ладно, пока. Хаттаб, ты здесь с нами еще? Или уже ну, все, типа ушел? Да. Типа расскажи да. Еще что-нибудь вот про первое твое посещение. А. Ну, в смысле, первое. Про первую эту цивилизацию. Ну, вспомните кино «Кин-дза-дза». Ну да. Когда они там собирались переместиться на планету на этом пепелаце. Помните, их цепанули такая, не помню, как планета называется. Люк. На которой превращают из людей в цветы и в как. Здесь нету. Помните такую тему? Ну, почти конец кино. Да-да-да. Вот, люди в таких воздушных, прозрачных одеждах ходили. Вот так вот. Ну, можно, наверное, вот это так вот ходили. Да? Люди первой цивилизации, такие-то балахоны там были у них такие, вот. Нету. Паш, выключи микрофон. У скайпа микрофон выключи. Ну да, да. И ты там долго или тоже мельком? Все, термодинамики. Нет, что-то, ага, так. Привет, пока. Не знаю, что-то не знаю. Ну, а они... обстановка какая там? Ну, архитектура, может, какая-то была? Или архитектура? Что-то. Давай попробуем вспомнить. Да. Почему нет? Прямо сейчас попробуем вспомнить. Ну, ты давно это уже было у тебя? Архитектура. Что-то какие-то круглые хуевины. Круглые хуевины, но такие какие-то. Типа, лапах, не лапах. Чук там, каля-маля. Почему я вас не слышу? Да и похуй. Потап, а где ты задерживался так, ну, на дольше, чем на просто так? Вот где-то тебя так ну, заинтересовало что-то или где-то что-то, может, зацепило? Я же говорил выше об этом. Ну, в третий? Да. Там прикольно было. Вот, и они носили такую, вот третья цивилизация, носили такие комбинезоны обтягивающие. Опять же, как в Кин-дза-дза. Пацаки Читлани, помните? Uh-huh. Вот, одни носили серебряные костюмы, другие оранжевые. Uh-huh. Меня слышно сейчас, нет? Слышно. А то я что-то мне пропал вообще все, как это мне там этот Асио драйвер, блин, все перетывал. Короче, ну кому интересно, сами проверите. Потом все же музыкой занимаются, что я тут, блин, распинаюсь. И что это вот одежда, это типа такая иерархия, да, получается, была? Ну да, по цвету штанов, ну, да. Дифференциация, да. Ну смотри, есть люди азы, есть люди смерды. Как ты определишь, кто перед тобой? Разумный человек перед тобой или, блядь, быдло? Ты определишь, кто перед тобой? Да нет, с первого взгляда-то нет, конечно. Ну вот. Кин-дза-дза, помнишь, такая была хуевенька, которая показывала там зеленую на лампочку показывала, ага. И красную или оранжевую, что-то не помню. Вот. А тут, грубо говоря, идет классификация, и все, грубо говоря, потом просто как бы тебе выдают одежду. Одежда она такая. Что-нибудь
и стерлась там, порвалась одежда, пошел, взял другую. Вот, это не проблема. То есть ее покупать не надо. Вот. Вот. Все, собственно. А климат какой был? Нормально, тепло, нормально. 25 дней, так нормально, такая температура такая, ага. 23 там, что-нибудь, не знаю. Ну, короче, нормально. Не жарко. Считай, они в комбинезонах были. То есть глухие, обтягивающие комбинезон. Но из какого материала, хуй его знает. То есть она у них как вторая кожа, считай, была. Почти. Зачем? Хуй знает. То ли защита от солнца, наверное, все-таки. Наверное. Да, да, вернее, да, от солнца, да, от солнца защита. То есть структура этого материала убирала какой-то спектр там от солнца. То есть солнце было раньше другое. Фаэтон, когда у нас рухнул? Ну, взорвался там. Вот, как раз, я думаю, вот Фаэтон бахнул, как раз и случилась катастрофа, и третья цивилизация подохла. Там же ведь, когда произошел взрыв, кусочками разлетелось, там солнце на 200 лет потухло. Вот. И потом, когда оно опять зажглось, оно уже имело другой спектр. Там солнце было до этого голубоватое такое, голубоватое, да. Вот, а сейчас оно желтое. Я вопрос вам задаю в чате. Как узнать технологию? Давайте узнаем технологию, как вспомнить прошлой жизни у Хаттаба. Только без крокодила. Его? Какую технологию? Как вот ты путешествовал? Родовая память. Мы отвечаем там, чтобы они отъебались. Чего вы ржете? Целый вечер, сука, ржете что-то там. Да, блядь, просто... Сильно веселый день у нас. К нам мусора просто не приезжали, деревья не забирали. И что? А чё ржёте? Ну, есть что поржать. А чё ржёте-то? А чё ржёте-то? Да, злами второй вакцин. За авторские права это. Ну да, я, в принципе, самое важное заснял, это... И этот эфир надо будет резануть. Люди говорят, 2 миллиона просмотров будет благодаря Алексею. Мы ему волшебные деревья пришлем, если... Мы, Алексей, собираем 5 миллиардов евро на игру, поэтому все будет хорошо. На какую игру? Компьютерную. Да, 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 пускай... Будем ждать... Да похуй. Волнуйся так, я тебе не прах. Просто мне все пофиг. Я не ухожу и не торможу, просто мне все пофиг. А я на диванчике лежал, слушал, да, уже подзатянулась шутка. Шутка, она хороша, когда она это длится. Да.